третий день круиза. Мы идем на завтрак. Сейчас посмотрим, чем нас будут угощать. Ходим мимо бассейна. Что-то в Флориде нас не весело встречает. Тучи. Пошатывает. Но чувствуется теплее, все теплее и теплее. А завтрак у нас сегодня вот такой вот здоровый. И вид из окна шикарный. Смотрим и наслаждаемся и едой, и видом. Едим мы сегодня фрукты. Тут есть даже вареная слива. Арбузы, дыни, ананас, круассан и йогурт с джемом. У Маши тоже круассан и йогурт со всякими там добавочками. Апельсиновый сок. И у нас за бортом тишина и спокойствие. Ждем встречи с Флоридой. Наслаждаемся всем этим, как аристократы с утра. И что может быть лучше? У нас показались постройки вдали, берег, Флорида. Все, мы готовимся к высадке. Мы вот здесь с Машей сегодня отдыхали с утра в такой вот кроватке. Позастилали полотенцами. И эти же полотенца, которые мы тут брали, мы берем с собой на берег. Так как у нас наших нету, мы свои сложили уже в сумку. И пошли готовиться к высадке. Ну вот там, конечно же, ушатало бы меня. Я не знаю, наверное, железные. Наши капитаны на мостике уже. Люди наверху. Кстати, мы там наверху не были еще. И вот там вот уже видно. Где-то вот туда должен быть наш порт Канаверал. Но Майами уже... Это не Майами, Флорида. Уже четко вырисовались контуры. И водичка уже красивая, зеленая. Шо, Степа, прибыли? Как путешествие? Хорошо. Степа стойко переносит. Его не укачивает, его не тошнит. Тихонечко мы заходим в порт. Тепло. Я вообще уже только в сарафанчике. Красота. Время обеда. Не выходить же во Флориде голодными, потом искать еду. Подкрепляемся и собираемся. Посетить Флориду. Попробовать температуру водички. Собраны уже. Выходим. У нас как раз пол первого все выходят. Дана была команда. Мы с Машей выходим на пляж. Степа остался дома. У него давление поднялось. Он решил не жариться на солнце. А мы с Машей оторвемся вдвоем, как всегда. Мы умеем это делать. Всех нас выпустили. Флорида нас приняла без проблем. Пока ни в чем не вижу загвоздки. Значит, все у нас здоровы. Не все, правда, выходят. Я смотрю, многие остались в бассейне. Многие никуда не спешат. Во Флориду им не обязательно. Но у каждого свои планы. При выходе из порта требует ID. А мы не взяли. И Маше пришлось вернуться опять туда в рукав, подняться наверх и взять ID, наш driver license. Все, мы вышли на свободу. Вот наш корабль издалека. И идем искать такси. Будем вызывать Uber. Two stories. It's a lot of stuff to see. There's a lot of stuff in there. And the Cocoa Beach Surf Company over here
They have a restaurant called the Shark Pit. And the reason why they call it that is because they have a big, huge aquarium in there with two black tip sharks, a nurse shark, and like three moray eels. Alive? Moray eels. Are they alive? Yeah. It's an aquarium, yeah. And one of the eels, the two eels are the normal, got a greenish, orangish color with like black mouths. One of them is black. Ah, вот и бич. Кока бич. Пальмочки, песочек. И тепло. Какой тут вход интересный, маски. Нам попался такой интересный шофер, таксист. Все рассказал. Мы сначала собирались в одно место, он нас привез в это место. Он говорит, тут можно вкуснее покушать. Не так много народа, потому что с корабля все идут туда поближе. Он нас отвез на пару миль подальше, но, конечно, тут море бурное. Но нам плавать не обязательно, мы хоть ноги помочь. Кто-то здесь есть спасатели и красный флаг. Идем ближе к воде. Вон дядя ищет с металлоискателем то, что потерял. Тут видно отлив. Но волны. Ну, it's okay. Чайки. Зато красиво. Давайте потрогаем температуру воды. Песок гонит. Он говорил, этот дядька, что гонит песок. Сейчас я разуюсь, оставлю свои. Тут пошли. Ну, купается. Немного, но купается. Я не думаю, что вода чикен суп. Холодная. Холодная. Так разве что посидеть, подышать. Не знаю, ли тут походить вокруг, если тут на что-то посмотреть. Пока остаемся. Купаться мы не будем. Но на красоту посмотрим. Пообщаемся с природой. Вон там вдали аж дымка. Хорошо, что нету дождя. Вон там тучи, все равно дождь висит. Вода красивая. Ну окей, холодная. Еще не сезон. Все равно мы здесь ненадолго. 8 часов – это самый крайний час, когда мы должны быть на борту, на корабле. Стоимость такси с порта сюда, на Кока-Бич, вместе с типами где-то $22, 25. Ну и обратно будет точно так же. Место для серфингиста. Хорошее. Идеально работает. Я в буфете взяла грушу на всякие пожарные. Перекусываю. На меня на пляже находит жор. Я не могу смотреть на такую красоту и ничего не жевать. Нам таксист рассказывал, что в этой местности, на этом пляже, короче, родился такой всем известный серфингист тут в Америке.
Вот сейчас имя его не скажу, не помню. Ну, короче, легенда. Кока Бич. Мы с Машей оставили пляж. Решились пройти пешком по даунтауну. Может, увидим, что интересно, и вам покажем. Пальмы здесь везде. Домики вот такие интересно раскрашены. Кстати, что-то продают или кормят. Полно байкеров. Интересный водопадик, вот такой вот плоский. С удовольствием залезла бы в него. Решила ходить пешком на этаже. Лифтами невозможно. Все время лифт, лифт, лифт. Никакого тренировки, никакого фитнеса. Маша приехала на лифте. Я иду пешком с 8 на 14. Ой, какая картина тут красивая. Картины заодно посмотрю. Все, я уже на 12. И здесь картины интересные. Соник. 13. Маша уже прибежали из Флориды, окунулись в джакузи, взяли по мороженку себе и отдыхаем. Ждем вечера. Красота. Вечером в 9 часов отплываем. Вот такой вот ужин у меня. Киви, запеченная тыква, баба-ганаш. И кукурузная лепешка, буряк и кукуруза. Вот этот лимонный какой-то мусс взяла. Не знаю, что такое, первый раз. У Степы мясо, конечно, как всегда. Маша тоже налегке. Легкий ужин. Ну все, мы поели. Отправляемся на вечерний променад. Зову своих в казино. Не хотят. Боятся все деньги поставить. Я бы рискнула, я бы пошла. Чуть-чуть, немного. Но нужно же в жизни попробовать счастье. А убирают 2 раза в день. Мы только утром на завтрак приходим. Уже кровать сложили, уже все заправили, уже все сложили, уже везде шмон. Вечером только на ужин приходим, уже кроватка разложена, постелено все. О май гад. 2 раза в день. Приходят тут, делают порядки. Я бы лучше написала, что don't disturb, не беспокоить. Но видно, здесь не заведено, здесь таких нет правил. Приходят, ну вот, и как не оставить, типа, конечно, $200 человека будут, типа, раз тебе приходят, тут наводят. Короче, то, что поели, идем, нужно выбросить, выбегать. Я начала спускаться и подниматься по лестницам. Больше никто, мои больше никто не хотят, одна я. Ну что ж, мне одной не привыкать. Я все время делаю все одна. Все, с вами прощаюсь. Вот и прошел 3-й день. Завтра 4-й день, мы будем на Насау, столица богам. Все, вот завтра и встретимся. Всем пока. Всем хорошего дня и настроения. Бай-бай. Все, мы отчалили от Флориды. Нас сопровождает. Мы с таким вот сопровождением красивым. Отходим. Завтра будем на Насау.